Здравствуйте, в эфире ЛРТ, программа «Итоги недели», в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Областью поставлена задача развивать систему детских мини-садов на первых этажах дома. Мы уже приступили к ее реализации. В администрации прошло заседание Совета депутатов. Всех одаренных детей мы выращиваем, холим и лелеем. Они у нас участвуют во всех всевозможных всероссийских и международных конкурсах. Это в обязательном порядке. В картинной галерее состоялся круглый стол с деятелями искусств. Если умеешь принять, простить и полюбить, тогда жизнь налаживается и у меня внутри, и у них. И в семье тогда атмосфера совсем другая. Про необычную деревню и ее жителей расскажет Григорий Ворванин. Форсы-таки он развивает, он украшает, он просто способствует развитию человека. В Люберцах завершился чемпионат России по тэквондо. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации провели еженедельное оперативное совещание. Главе городского округа представили результаты работы управления за прошедшую неделю. Подробнее в нашем сюжете. С 11 по 16 мая в Люберцах зафиксировали 20 преступлений и 3 пожара. Из-за обильных осадков за прошедшую неделю произошло 6 случаев подтопления дворов. По уличному освещению коммунальщики получили 18 обращений. Как мы видим, наибольшее количество – это Красково – 8 обращений, Люберцы – 7 обращений, Малаховка – 7 обращений. Также у нас все обращения отработаны в установленном порядке, вопросов никаких нет. На совещании подвели итоги ежегодной акции «Лес Победы», которая состоялась в субботу. Во дворах высадили более 4000 деревьев. Основной точкой акции стал участок возле деревни Торбеева. Озеленение территории продолжается. Хочется выразить благодарность в первую очередь жителям за то, что приняли активное участие как и во дворах, так и рядом с деревней Торбеева. На этой неделе из спортивных мероприятий в округе состоятся соревнования по теннису, художественной гимнастике, восточным единоборствам и фехтованию. Айтаж Щерагова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах на улице Преображенская приступили к ремонту дороги. В 2021 году запланировано отремонтировать 36 автомобильных дорог и 18 тротуаров. Уже выполнены работы на улице Власова в Люберцах, отремонтированы 2 дороги в Краскове, 3 в Томилине, а также приведена в порядок подъездная дорога к СНТ «Березка». На улице Преображенской площадь ремонта составит 6106 квадратных метров. Ход работ оценил глава городского округа Владимир Ружицкий. Я думаю, что в ближайшее время мы эти темпы будем увеличивать, и мы планируем к 1 сентября все дороги, все тротуары завершить. В следующий раз мы будем учитывать, что транспортные средства все-таки как-то через управляющую компанию влиять, чтобы убирали, чтобы было удобнее работать. Что меня радует, что практически все осмотры, которые у меня были и по дорогам, и по другим объектам, надо сказать, что все делается с приличным качеством и... Как правило, все работы заканчиваются ранее намеченного графика. В администрации городского округа прошло заседание Совета депутатов. Встреча частично прошла в онлайн-формате. В повестке дня у народных избранников было 6 вопросов. Все подробности у моей коллеги Луизы Егезарян. Первым делом Совет депутатов утвердил отчет главы городского округа Люберцы о результатах его деятельности за предыдущий год. Владимир Ружицкий подвел итоги проделанной работы и обозначил цели, которых предстоит достичь в ближайшее время. Областью поставлена задача развивать систему детских мини-садов на первых этажах дома. Мы уже приступили к ее реализации. Мы таким образом уже организовали 3 мини-садика на 80 мест. Это микрорайон Зенина. И плюс в этом году мы откроем еще 100 мест. Это на улице Лисей. Заместитель главы администрации Нина Забабуркина отчиталась об исполнении бюджета. Из-за пандемии коронавируса в течение всего предыдущего года приходилось корректировать его доходную и расходную части. Но тем не менее в округе удалось реализовать 17 муниципальных программ. По итогам мы с вами видим, что в принципе нам удалось выполнить бюджет достаточно прилично. И мы по объему доходов также остались среди всех муниципалитетов Московской области на 8-м месте. Народные избранники единогласно утвердили исполнение бюджета. Также люберецкие депутаты определили дату публичных слушаний по проекту изменений в устав муниципального образования. Они пройдут 22 июня в 15:00 в дистанционном режиме. Луиза Егезарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.
Сотрудники Люберецкой ГИБДД подхватили эстафету донорства. Она стартовала 20 апреля во Всероссийский день донора. Кровь уже сдали сотрудники Люберецкой теплосети. Сейчас выездной пункт приехал к людям в погонах. Григорий Ворванин продолжит. На пути к донорству обязательный осмотр врача-терапевта, измерение давления и взятие анализа на гемоглобин. Если уровень последнего низкий, сдать кровь не получится. Это может навредить организму. Те, кому врачи разрешили стать донором, с удовольствием поделились своей кровью. Сотрудники ГИБДД знают, как важна кровь для пострадавших дорожно-транспортных происшествий. Единогласно было принято решение о том, что добровольцы вызвались, и вот сегодня устроили такое мероприятие. 17 мая проходит 6-я глобальная неделя безопасности дорожного движения. Поэтому некоторые инспекторы на эстафету донорства пришли сразу после дежурства. Врачи стремление поделиться кровью оценили и пообещали, каждая капля дойдет до адресата. Мы берем цельную кровь. На нашей станции она перерабатывается. Получается два продукта. Эритроцитарная масса и плазма замороженная, которая потом идет на карантинизацию 6 месяцев. А Р-массу мы проверяем, конечно же, на все инфекции и пускаем уже для трансфузии в реанимации и в роддом, в детскую больницу. В эстафете донорства приняли участие 15 сотрудников ГИБДД. Все вместе они сдали около 6 литров крови. Это поможет спасти десятки детских жизней. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Четверть века здесь воспитывают детей. 25 лет назад в поселке Тавилино образована детская деревня СОС. В то время это было новое веяние в воспитании детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас в 12 коттеджах проживают 70 ребят вместе со своими приемными родителями и СОС-мамами. В мае 1996 года первый ребенок переступил порог своего нового дома в поселке Тамилино. А на карте городского округа Люберцы появилась детская деревня СОС. Она стала первой в России. Было вот когда-то кем-то умным человеком действительно придумана и задумана хорошая мысль. Почему? Вот именно с этой деревни на территории городского округа Люберцы началась реализация проекта приемной семьи. Детская деревня сейчас – это 12 коттеджей, в которых живут 70 детей. На территории также есть спортивные и детские площадки. Ребята посещают общеобразовательные школы, детские сады, ходят в кружки и секции. Детская деревня не получила бы такого развития, если бы не помощь со стороны правительства Московской области, администрации городского округа, органов опеки и благотворительных организаций. Самый главный результат, который мы видим в этой нашей работе и уже дружбе, это, конечно, замечательные дети. Детский смех, который живет здесь, в этой детской деревне. Ведь дети здесь имеют самое главное – это семью и дом. Одна из главных задач детской деревни СОС – дать ребенку любящую семью. Поначалу их роль выполняли СОС-мамы. Елена Канзафарова – одна из них. Сейчас она воспитывает 6 детей. Живет с ними в одном из коттеджей. Сообща радуются победам, огорчаются, если у кого-то возникают трудности. Бывают трудности в учебе, потому что дети приходят часто очень запущенные, поэтому у нас служба сопровождения работает, и мы детей активно подтягиваем в учебе, потому что бывает, что ребенок первый класс пропустил, второй класс пропустил, ну и что-то делаем, можно сказать, с нуля. С недавних пор наравне с СОС-мамами воспитанием детей в этой деревне занимаются и приемные семьи. С 2012 года в деревне живет семья Голотюк. Елена и Владимир воспитывают 10 детей, 3 своих и 7 приемных. Себя они называют счастливыми родителями и с удовольствием делятся секретами семейной идиллии. Если умеешь принять, простить и полюбить, тогда жизнь налаживается и у меня внутри, и у них. И в семье тогда атмосфера совсем другая. Старшие помогают. Здесь в деревне очень много, и опека помогает, и в деревне очень много всех условий для детей таких с травмами психическими. Много психологи с ними работают, и с нами работают, чтобы мы не выгорали. И опека помогает всеми всяческими и лагерями, путевками, санаторий. За годы своего существования детская деревня дала путевку в жизнь 140 выпускникам. О времени, проведенном здесь, они вспоминают с теплотой и всегда рады приехать к своим родителям. И очень часто можно видеть на территории детской деревни не только бывших выпускников, но и их детей. Вот у нас в первый и второй дом СОС-мамы, которые вырастили по 19 детей за период работы здесь. И у них уже они соревнуются между собой. У кого-то 13 внуков, у кого-то 15 внуков от этих детей. И все эти дети и внуки, они гости детской деревни.
На празднике, посвященном 25-летию детской деревни СОС, благодарности вручили приемным родителям, СОС-мамам и сотрудникам детской деревни. Сладким подарком стал большой торт от главы городского округа. И хоть свечей на нем нет, все загадали одно заветное желание – чтобы не осталось детей, живущих без родителей, и чтобы со временем детская деревня СОС опустела. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Историко-краеведческий музей появился в стенах 27-й школы. Его торжественное открытие состоялось накануне важной памятной даты – 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Одни из самых ценных экспонатов – вещи, символизирующие события 41-45 годов. Наш корреспондент расскажет подробнее. От эпохи крестьянской Руси до советского периода и новейшей истории России сразу несколько времен пересеклись в одном маленьком зале. Ценные экспонаты собирали по крупицам всей школой. Например, автограф Юрия Гагарина достался одному из учащихся от дедушки, который видел легендарного космонавта. Что касается предметов старины Подмосковья, у нас имеются экспонаты, которым более 100 лет. Это начало 19 века. Идея создать музей возникла после знакомства с поисковиками военно-патриотического отряда «Кобальт». Именно они передали сотрудникам школы уникальные предметы, связанные с Великой Отечественной войной. Эти экспонаты были найдены в лесах Смоленской области при поиске бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Непосредственно вот эта вот кружка, фляжка, котелок были найдены вместе с бойцом, младшим сержантом Черновым Львом Михайловичем, который проживал в городе Москве, у которого до сих пор осталась жива дочка, и которую мы разыскали. Передали ей останки. Сейчас Чернов Лев Михайлович захоронен на Даниловском кладбище города Москвы. И на этом ценные подарки от поисковиков не закончились. Во время торжественного открытия музея они поделились своими последними находками. Это маленькая капсула, медальон. Вот в этом медальоне записочка, на которой солдат записывал свои данные. И вот по этой бумажке мы можем найти родственника. Было суеверие, что если солдат заполнил медальон, то он погибнет. Поэтому, к сожалению, медальоны не все были заполнены. Поэтому не каждое имя мы можем восстановить. Вот. И когда вот в этом есть медальоне, так как у нас вот произошло, это, конечно, большое для нас событие. Карандаш, обезвреженный снаряд, мыльница и даже резиночка для волос. Эти вещи теперь пополнят коллекцию музейных экспонатов. На самом видном месте разместят оригинал газеты «Вечерняя Москва» 41-го года. Вы большие молодцы, что вы открываете такой музей, а вы, ребята, большие молодцы, что вы присутствуете и вы являетесь частью этой истории. Мы телевидение, мы тоже история. Мы благодаря телевидению хранится очень много чего в истории и уникальные кадры в том числе. Исторический уголок положительно оценили настоящие эксперты, сотрудники Люберецкого краеведческого музея. Поблагодарить за память коллектив школы пришли дети войны, а учащиеся, в свою очередь, приготовили для них творческие номера. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный и самый. Луиза Егязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. С 2013 года каждую весну в Московской области проходит акция «Лес Победы». Жители столичного региона вместе с лесничими озеленяют города и леса. Постоянный участник эколого-патриотического проекта – городской округ Люберцы – и на этот раз присоединился к масштабной посадке деревьев. Как все прошло, расскажут мои коллеги. «Лес Победы» – акция уникальная. Она объединяет в себе сразу несколько важных направлений. Сажая деревья, мы отдаем дань памяти павшим героям, а заодно и улучшаем экологическую ситуацию в округе. А еще этот проект объединяет поколения. Каждый год в акции с удовольствием принимают участие люди разных возрастов. Все, что нужно, желание, остальное, инвентарь и посадочный материал дают на месте. Стоит задача одна – помнить те события, помнить своих героев. Поэтому, друзья мои, всем хорошего настроения. Спасибо, что вы с нами здесь. В этом году центральная площадка проведения акции «Лес Победы» – небольшой участок недалеко от деревни Торбеева. Работа сосредоточена на 3 гектарах земли. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему выбрали в этом году именно этот участок? Это было запланировано. У нас здесь был бурелом.
И после проведения лесопатологического обследования было принято решение провести здесь сплошную санитарную рубку. И, соответственно, после проведения сплошной санитарной рубки мы обязаны потом посадить новый лес. Приживаемость достаточно хорошая. Вот мы в прошлом году сажали возле тоже Торбеева, с другой стороны. И там, ну, хорошо прижились. Постоянные участники патриотического праздника – дети войны. А среди молодого поколения юнармейцы, школьники и воспитанники люберецких детских садов. Один из них – Космос. Героев Великой Отечественной Матвей своей семье не застал. Но все равно мальчик понимает, для чего нужна эта акция. Посадить деревья в честь погибших. Посадить дерево и воспитать сына, последовать народной мудрости, решил и Андрей Канищев. Отец семейства считает, передавать память об ушедших героях ребенку нужно с детства. Позвал всю семью. Теперь Канищевы уверены, приедут сюда еще не один раз. Чтобы мы каждый раз, когда будем возвращаться к этому месту, мы вспоминали, в честь чего мы здесь собирались, в честь победы в Великой Отечественной войне. Наша гордость, Родина. Около 200 саженцев, преимущественно липы, высадили вдоль Комсомольского проспекта. Здесь в акции «Лес Победы» приняли участие трудовые коллективы люберецких предприятий, спортсмены и активные жители города. На высадку липовой аллеи детский сад «Белоснежка» пришел практически в полном составе, с четкой целью. Чтобы посадить побольше деревьев, чтобы у нас больше было кислорода в память о ветеранах и погибших на Великой Отечественной войне. Свой вклад в озеленение Люберец внесли сотрудники Росгвардии. К посадке деревьев они подготовились основательно. Сегодня мы прошли, скажем так, определенный курс малого бойца по посадке деревьев. Поэтому в преддверии этого мероприятия мы изучили определенную литературу, конечно же. Да. Самое главное, чтобы шейка дерева была открыта. Только это, скажем так, даст возможность правильно прижиться к дереву. Чтобы деревья прижились на новом месте и не пострадали от ветра, каждый ствол бережно обмотали мешковиной и закрепили саженцы с помощью веревок и кольев. Каждый участник акции сфотографировался рядом с высаженной липой, чтобы потом ухаживать за своим деревом. Лес Победы! Это здорово! Всего в масштабной акции «Лес Победы» приняли участие около 6 тысяч человек. На участке в деревне Торбеева посадили 13 200 сосен, а в черте городского округа более 4 тысяч декоративных деревьев и кустарников. Луиза Егиазарян, Айтадж Чирагова, Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Экологический урок для учеников школы номер 14 провели в Томилине. На контейнерной площадке для сбора крупногабаритных отходов «Мегабак» детям рассказали, как правильно сортировать мусор и что можно сделать из пластиковых бутылок. На уроке побывала и наша съемочная группа. «Мегабак» – это те самые коробочки, из которых мы пьем молоко, сок. Стекло можно переработать много раз, а вот с пластиком дела сложнее. Алиса Маркова это хорошо знает и уже сама сортирует мусор. Вместе с классом участвует в экологической акции и собирает использованные батарейки. Говорит, это спасает планету. Сортируют люди мусор, планета будет чище. С помощью вот этого всего дыма на фабриках начинается дождь. Будет меньше дождя, возможно. На контейнерной площадке собирают 13 видов мусора. Из Люберец их вывозят в крупнейший в Европе комплекс по переработке отходов «Восток». Школьникам провели онлайн-экскурсию и показали этапы работы завода. Во что можно переработать пластиковые бутылки, Мария Штомпель показала на примере флисовой куртки. Из 7 бутылочек можно сделать футболочку, а уже если бутылок будет чуть больше, около 20, то получается вот такая флисовая куртка. Таким образом мы вносим свой вклад в сокращение размещения отходов на полигонах. После экскурсии – игра. Дети поучаствовали в викторине и проверили свои знания. А самые активные ребята получили кепки, эко-сумки, футболки и другие призы с эмблемой «Мегабака». В городском округе Люберцы на улице Гаршина 9/1 создан мегабак по поручению Андрея Юрьевича Воробьева. И очень важно с детства приучать детей к раздельному сбору мусора. Городской округ Люберцы в списке 10 лучших муниципалитетов Подмосковья по организации работы площадок «Мегабак». Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе при поддержке Люберецкого благочиния состоялся первый пасхальный фестиваль. Организаторы подготовили для горожан несколько интерактивных площадок, где можно было пострелять из лука, сшить куклу или слепить на гончарном круге горшок. На фестивале побывал Григорий Ворванин.
Празднование Пасхи в городском округе завершили фестивали. На несколько часов центральный парк стал одной большой интерактивной площадкой. И каждому находилось дело по душе. Мастерские по изготовлению кукол, кузница, где каждый мог выковать из металла произведение искусства. По соседству в гончарной мастерской учили делать глиняный горшок или вазу. На фестивале в прямом смысле можно было прикоснуться к истории, надеть шлем средневекового воина и подержать настоящий меч. Вот это богатый княжеского уровня меч, а вот там меч чуть попроще. Да, то есть здесь нет богатого украшения, здесь нет позолота или посеребрения, просто стальной. То есть вот такой меч носил дружинник. У главной сцены фестиваля установили звонницу, и любой мог ударить в колокола. Илья Федоров с августа прошлого года учится в Красковском храме на звонаря. Юноша признается, на фестивале решил симпровизировать, хотя и разучил множество звонов. Суздальский звон есть, есть обычный звон. Но вообще рисунки, они как бы придумываются сами. Они очень мелодичны, очень красивый, хороший звук. Мне просто нравится играть. На пасхальный фестиваль в Люберце приехал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Он осмотрел площадки фестиваля и поздравил с праздником. Днем жен мироносец. Дорогие сестры, а именно так в православной традиции принято обращаться к женщинам, Божьей помощи, мира, добра в семье, чтобы детки вас слушались, чтобы супруги ваши составляли единую, цельную, Богом установленную общность, муж и жена. И тогда в нашем мире будет больше счастья. Первый в истории городского округа Люберцы пасхальный фестиваль посетили несколько тысяч человек. Организаторы не исключают, что теперь он станет постоянным. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Настоящий подарок для ценителей искусства. В музейно-выставочном комплексе прошла всероссийская акция «Ночь музеев». Знаковым событием стало открытие постоянной выставки «Семейные реликвии за 300 лет». Все подробности у моей коллеги Луизы Егиазарян. Под звуки рояля рассматривать уже готовые картины и наблюдать, как создаются новые. Тот случай, когда на одной площадке представлено сразу несколько видов искусства. Посетив музейно-выставочный комплекс, можно одновременно окунуться в мир музыки, живописи и изобразительного искусства. Именно так выглядит Люберецкая ночь музеев. Акция родилась уже в рамках проведения Дня музеев 18 мая, Международный день музеев. И это зародилось давно, еще в 77 году. И инициатором этой акции нам очень лестно был российский человек. Чуть позже, уже в европейских стране, было предложено дополнить этот праздник акцией «Ночь музеев». Тема акции в этом году «Больше, чем музей». Название говорит само за себя. Ломая стереотипы, в учреждении организовали серию различных мастер-классов. От секретов гончарного мастерства. Правильно давим внутрь изделия. Так, все достаточно. До изучения азов хореографического искусства. Главное, подчеркивают сотрудники комплекса, что акция проходит в привычном формате. По живому общению соскучились и посетители, так же, как и по краеведческому музею, который уже долгое время закрыт на ремонт. В праздничный день состоялось открытие одного из его залов. Вот этот зал, который, в принципе, бы рабочее название было «Люберецкий Эрмитаж», то есть здесь собраны жемчужины мировой культуры. И то, что выставлено у нас в музее, это может гордиться любой музей мира. Действительно, где еще увидишь кушетку самого Наполеона Бонапарта и маленький круглый стол, на котором знаменитый французский император подписал отречение от престола. Раньше здесь был шелковый бархат, усыпанный, видите, звезды золотые, усыпанные такими золотыми звездами. И так, именно такой кушетка была создана в 1805 году из кабинета Наполеона в Санкт-Петербург. Это оттуда. «Семейные реликвии за 300 лет». Эта уникальная выставка насчитывает сотни редких предметов мебели, быта, украшений, аксессуары и одежду. Экспозиция охватывает период от 16 до начала 20 века. Это какая-то фантастика просто для меня, что это когда-то было, и мы можем до этого просто докоснуться и увидеть это. Просто шедевры. Мне нравится вот это вот уголочек. Я люблю детей, и мне прям вот эти вот все игрушечки, платьица, украшения очень красивые, мебель просто невероятная. Это произведение искусства.
Это богатство подарила музею дочь героя Первой мировой войны Наталья Батько. Какое-то время ее семья проживала во Франции. Вещи, перевезенные в Россию, теперь стали ценнейшими экспонатами. Прикоснуться к мировой истории можно в любое время. Эта выставка постоянная. Луиза Егазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В зале картинной галереи состоялся круглый стол «Художник и время». Мероприятие приурочено к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Сотрудники сферы культуры, а также воспитанники художественных школ получили ответы на интересующие вопросы у опытных спикеров и заслуженных деятелей искусств. Подробности далее. Как реализоваться молодому художнику, как выбрать верное направление и, самое главное, как заработать с помощью живописи? В повестке круглого стола три важных и актуальных вопроса. Гости, приглашенные в качестве спикеров, придерживаются одного мнения – фундамент будущего успеха – качественное художественное образование. В этом плане у городского округа Люберцы есть хорошая база – 7 школ искусств и отдельная художественная школа. Всех одаренных детей мы выращиваем, холим и лелеем. Они у нас участвуют во всех всевозможных всероссийских и международных конкурсах. Это в обязательном порядке. А если мы видим, что ребенок очень действительно одаренный и талантливый, мы заключаем трехстороннее соглашение между комитетом по культуре, непосредственно родителями одаренного ребенка и институтом, куда он собирается поступать. Что это дает? Это дает ему бесплатное обучение. И мы гарантируем данному одаренному ребенку, именно трудоустройство. После обучения важно выбрать правильный вектор творческого направления. Свои советы молодым живописцам дал заслуженный художник России Александр Рожников. Сейчас, как бы опять-таки, при наших цифровых технологиях очень много и компьютерного дизайна, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот все мы прекрасно знаем, что все вот это вот базируется не на наших российских платформах. Дядя, который отключит спутник, если художник не умеет рисовать на бумаге, то все, что вы умеете делать руками, это у вас никакой дядя с кнопкой не отнимет. Все, что сделано руками, оно дышит. И ни на каком компьютере никогда никто не создаст ничего подобного. Начинающие художники получили ответы на многие интересующие вопросы. Например, в какие вузы стоит поступить и как стать заметным в большом мире искусства. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Работники Люберецкого краеведческого музея вновь приготовили для школьников интерактивную программу. На этот раз она посвящена старинному русскому быту. Детям рассказали об укладе жизни крестьян, традициях и строгих правилах, которых придерживались в те времена. В исторический экскурс отправилась и наша съемочная группа. Окунуться в прошлое и понять, как жилось людям на Руси, помогают вот эти экспонаты. Прототипы современной бытовой техники, посуды и предметов интерьера. Вот старинный утюг, он же рубель. А вот деревянное сито, которому уже 200 лет. Экспонаты подлинные, из фондов музея. Это мы специально отобрали самые лучшие, в лучшем состоянии, чтобы можно было показать детям, как люди, не имея ничего такого металлического в обиходе, могли справляться, имея чугунки, крынки всевозможные, корыта, как они с помощью этого всего готовили, как вообще люди жили, не имея ничего того современного, которое сейчас существует. Как готовили, убирали и стирали, это, конечно, познавательно, но в силу возраста посетителей музея также заинтересовало, как играли дети в старину. То, что русские народные забавы ничем не уступают современному досугу, школьники убедились лично. Я люблю всего больше не в городе проводить время, а на даче играть с друзьями, ходить в лес за грибами и играть всякие города и, в общем, всякие наши деревенские игры. Я вот могу сделать игру из нескольких палок, построить шалаш, накрыть одеялом и все, вот прекрасная игра под столом. Познакомиться с культурой, бытом и традициями русского народа школьные коллективы могут до конца месяца. Затем в музее начнется другая программа, посвященная Международному дню защиты детей. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Месобревис на латыни и сакура на японском. В Люберецком дворце культуры хоровое отделение детской музыкальной школы номер 2 выступило с отчетным концертом. Он ознаменовал собой и первый выпуск хорового отделения. На концерте побывали и мы. Два
хоровых коллектива «Янтарь и солнышки» образованы несколько лет назад. С первого дня открытия хорового отделения в музыкальной школе номер 2. Это такой вид искусства, который очень объединяет людей, то есть позволяет слышать друг друга, петь вместе. Но не бывает красиво и хорошо сразу. То есть если в первый год, когда мы набрали детей, и они должны были созвучно сразу зазвучать, это только по волшебству. Поэтому это несколько лет уходит на то, чтобы наконец коллектив приобрел такое вот гармоничное очень звучание. Опытный педагог поставил участницам хора не только голоса. Ребятам приходилось разучивать партии на японском языке и даже на латыни. Если все это они делают на репетициях вместе, то подготовка перед концертом у каждого индивидуальная. Сырые яйца для лучшего звучания голоса никто, конечно, не пьет. Я, например, просто заряжаюсь хорошим настроением и, в принципе, сцены я, например, не боюсь. И петь я люблю, так что особо такой какой-то прям конкретной подготовки у меня нет. Только живая музыка и только в хоровом исполнении. Для Калерии Арбатской эти составляющие стали решающими в выборе, куда пойти заниматься вокалом. Петь в большом коллективе учащаяся музыкальной школы полюбила еще в детском саду. Но когда сливаются голоса, это получается намного красивее, чем когда ты соль. И мне приятно, когда благодаря моему участию получается вот такая красивая мелодия, и мы красиво поем. Зрители, среди которых в основном родители, услышанным остались довольны. Ольга Ефремова призналась, не зря отдала детей на хоровое отделение. У меня обе дочери занимаются в хоре, старшая и младшая. Хор – это культура пения, это культура отношения к слову, к музыке, к публике. В следующий раз жители Люберец смогут услышать хоровое исполнение 24 мая на фестивале, приуроченном ко Дню славянской письменности и культуры. В нем примут участие творческие коллективы всего городского округа. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 10 лет на сцене. Круглую дату отмечает танцевальный коллектив «Зум». О том, что такое уличные танцы, расскажет Айташ Чирагова. Хип-хоп, R&B, брейк-данс. Список направлений уличных танцев широкий. Уличные они, потому что развивались вне хореографических студий. Дэя Шленская выбрала хип-хоп 4 года назад. На концертах выступает не в первый раз. О том, что такое волнение, давно забыла. Сначала волновалась, но потом я себя взяла в руки, и уже все было нормально, я собралась. Эта группа очень хорошая, я обожаю хип-хоп просто. Это самое крутое, то, что мне нравится. Танцевальные номера показали не только опытные, но и новые участники коллектива. Возраст выступающих от 5 до 18 лет. Занимаются в студии около 60 детей. О создании танцевального коллектива руководитель Анастасия Плесухина говорит. Все просто, так душа легла. Практически занимаем всегда хорошие места. Были в Сочи, в Казани, в Питере, в разных городах. Становились лауреатами. Очень насыщенная, интересная жизнь внутри коллектива. Очень любим ездить на фестивали. Достаточно за 10 лет вышли на высокий уровень. Областные, всероссийские и международные фестивали. «Зум» побывал везде. Отдать в танцевальный коллектив ребенка можно уже с 3 лет. Айташ Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Региональный этап всероссийских президентских состязаний провели в Люберцах. В зале спортивной школы Олимпийского резерва собрались юные спортсмены округа среди 7-х классов. Подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента. Пока не застучит, отжимания не считают. Максимальный перерыв – 3 секунды. С заданиями люберецкие 7-классники справляются легко. Ведь спорт в жизни школьников есть не только на уроках физкультуры. Анастасия Безух занимается бальными танцами. Многие могут думать, что это не очень спортивный вид деятельности, но на самом деле бальные танцы практически как фигурное катание. Там спортсмены затрачивают столько же энергии, сколько люди на фигурном катании или на беге. Пока девчонки отжимались, на шведской стенке мальчики сдали подтягивание. От стараний каждого спортсмена зависит результат команды – школы номер 25. Свой вклад в копилку баллов внес Егор Самсонов. Осталось дождаться подведения итогов. Конечно, волнуюсь. Хочу, чтобы победила вся команда и заняли 1-е место. На тренировках хуже даже было. Сейчас вижу, что стал лучше делать.
Всего школьники сдали 5 дисциплин. Бег на 60 метров, отжимания, растяжку, пресс и прыжок в длину с места. Дальше победители проходят отборочный этап, но заключительный этап уже среди Московской области. Кто выигрывает Московскую область, уже выходит на российский этап уже президентских состязаний. За звание лучших на региональном этапе соревнуются 13 городских и 5 сельских школ. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах завершился чемпионат России по тэквондо среди студентов. В течение нескольких дней спортсмены из 27 регионов страны боролись за победу, которая давала им путевку на участие во Всемирной универсиаде. За поединками наблюдали мои коллеги. На чемпионат России по тхэквондо среди студентов приехали около 200 спортсменов из 46 вузов страны. Участников большого турнира поприветствовал глава Люберец Владимир Ружицкий. Спорт все-таки он развивает, он украшает, он просто способствует развитию человека. А такие виды, как тхэквондо, вот еще и ум, и выдержка, если хотите, некий так, и где-то возможность снисхождения противников. Кристина Адебайо – одна из титулованных участниц всероссийского турнира. Чемпионка мира и Европы среди юниоров представляет Российский государственный университет физической культуры. Говорит, завоевать многочисленные титулы помогает не только физическая форма. Во время поединка приходится и думать, ведь соперники делятся на несколько типов, и каждому нужно подобрать свою тактику. Есть игроки, которые любят поиграться, они на азарте выступают. Есть те же, также, кто на растяжке вывозит. А есть те, кто расчетливый, и они уже более тактически подходят к поединку. Нужно уметь переключаться, потому что не со всеми соперниками можно работать по одной и той же технике, тактике. При этом спортсменка не забывает работать над растяжкой, что и продемонстрировала во время разминки. И так нормально. Все, держу. Самое главное, чтобы она не вылетела. Все в кадре. Страшно. Фух, вся жизнь пролетела перед глазами. Спасибо огромное. Удачи в поединках. Спасибо большое. Рефери на дадянге, так называется ковер для тхэквондо, в большей степени следят, чтобы спортсмены не нарушали правила. Все остальное делает система электронного судейства. Ее применяют с 2012 года. В жилетах и шлемах находятся датчики, которые фиксируют удар и его силу. Перед тем, как выйти на поединок, спортсменов проверяют металлоискателем. Спортсмены иногда могут вшивать магниты, чтобы обойти систему, и шансов выбить балл становится больше. На чемпионате в Люберцах такое не пройдет. Каждый участник добывает победу в честном поединке. Порой это нелегко. Уровень спортсменов высокий, несмотря на то, что это турнир среди студентов. Поединки достаточно напряженные, потому что, несмотря на то, что количество спортсменов относительно небольшое по меркам всероссийских соревнований, но, тем не менее, уровень квалификации спортсменов достаточно высокий. То есть в каждом поединке приходится достаточно вести активные технические действия, чтобы вырвать победу у своего соперника. Соревнования проходили по олимпийской системе. Проигравший спортсмен выбывал из турнира, а победитель, помимо кубка и медалей, получил право представлять нашу страну на Всемирной универсиаде. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Змейка, разворот и габаритный полукруг. В Люберцах прошел открытый чемпионат по мото-джимхане, спортивному фигурному вождению мотоцикла. Его организовал люберецкий мотоклуб «Дружина». В соревнованиях приняли участие около 20 байкеров из городского округа. Григорий Ворванин продолжит. Открывать соревнования всегда сложно, вдвойне тяжелее, если ты единственная девушка на турнире. Юлию Кармалеву такая ситуация тоже смутила. Во время первых двух кругов допускала ошибки. Касалась земли ногами и повернула не туда. Пришлось пятиться назад. Зато третий круг, который шел в зачет, проехала без помарок. К мотоциклу привыкла за первые два круга и трассу освоила. Уже и третий получился чистый. Может, не слишком скоростной, но хотя бы он технически был чистый. Если бы была у меня возможность потренироваться побольше, то с круга 10-го бы уже проходились эти все элементы лучше. Это вопрос навыка. Егор Заболотный с первого пробного круга решил проявить агрессию на гоночной трассе. На допустимой скорости уверенно закладывал мотоцикл в виражи. Такая манера вождения позволила ему не допустить ошибки и стать лидером после заезда. В этом признается мотоциклист, не только его заслуга. Главное, чтобы был мотоцикл готовый по соревнованиям. А так, вот самый обычный мотоцикл, им тяжело. А когда мотоцикл готовенький уже, на нем проще еще ездить. И не боишься упасть. Но у вас готовый мотоцикл? У меня да.
Мото-джимхана как вид соревнований зародилась в 70-е годы в Японии. Постепенно турниры по фигурному вождению мотоцикла стали проводить и в других странах. В России большая часть элементов из мото-джимханы входит в программу обучения на водительское удостоверение категории А. Змейка, восьмерка так называемая, да, вот они в том числе и здесь, ну, несколько в другом виде, но тем не менее это эти элементы. По итогам соревнований в каждом классе мотоциклов были определены победители. Им вручили кубки. К тому же все спортсмены вошли в историю, как участники первой люберецкой мото-джимханы. Григорий Горванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания.